Всем приветик, с вами Оля. И сегодня я буду трейдить Flareite Shadow дракона. Да, я уже снимала трейды на этого питомца, но видео выходило давненько, поэтому я решила посмотреть, что за него дают в 2024 году. Думаю, то, что я бы могла его обменять на Flareite B дракона с какой-то хорошей добавкой. Ну, это мы еще посмотрим, какие же на него будут предложения. Желаю всем приятного просмотра, ну и про лайк с колокольчиком вы тоже не забывайте. Обязательно подписывайтесь. Кстати, а вот победитель предыдущего конкурса, где я разыгрывала Flareite Ртугу, напиши мне в комментарии, и я передам тебе твой приз. Сегодня я подготовила для вас розыгрыш на Flareite Львенка. Хотите его выиграть, выполняйте условия. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, нажми на колокольчик и подпишись на меня в Роблоксе, вот мой ник. Еще, если хотите, переходите в мой телеграм-канал ZAX01, там я иногда тоже выкладываю розыгрыши. А теперь погнали смотреть трейды на Shadow Дракона. Я уже на трейд-сервере, погнали куда-то встанем и будем ждать первых трейдиков. Сервер закрыли. Я уже на другом сервере и здесь нам предлагаю Flareite Фроста и Flareite Жирафа. Ребята, здесь немножечко не дотягивает. Если бы добавили какую-то добавочку неплохую, думаю, там черепашку или еще кого-то, то было бы равноценно, но так это мало. Поэтому я не согласилась. Поэтому давайте посмотрим, что нам сейчас дадут. Я попросила добавки. Да сейчас. Ага, обнаглел. Ну типа, на что он еще там надеялся-то, а? В общем, нам предлагают Flareite Фроста и Neon Flareite Эвил Единорога. Не знаю, ребят, это тоже мало, не дотягивает. Если была какая-то хорошая добавка, если была, например, там Neon Черепаха, но это бы он немножечко переплачивал уже, наверное. Но, ребята, на этот трейд я соглашаться не буду, потому что я считаю, то, что это мало. Как видите, он даже согласен на втором трейде. Далее нам предлагают такой трейд. Тут у нас Flareite Фрост, Черепаха и Мега Единорог. Кстати, очень давно, очень-очень давно, за Мега Единорога и за Мега Красного Дракона можно было получить Фроста. Ой, были времена, но нет, это тоже мало. Мне что ли будут в каждом трейде предлагать любого Фроста или что? Сейчас нам предлагают Райт Фроста, Неон Альбина Манки, Неон Феникса и такие добавки. Конечно, не буду на это соглашаться, потому что это мало. Давайте просто посмотрим, согласится ли он во втором трейде. Так, здесь я в таком неплохом минусе, ребята, поэтому не хочу меняться. Чтобы вы понимали, на сервере 4 шадала. 4. Чего так много? Он согласен, но нет, я отменяю. Неоновый Flareite Жираф. Звучит довольно-таки заманчиво. Но, ребята, что он от нас хочет? Давайте посмотрим. Он хочет, чтобы я добавила неоновых или же мегапитомцев. Я без понятия. На моменте, когда я хотела добавить, у меня вылезел Роблокс. Поэтому я его удаляю. Всем пока. Дальше нам предлагают два неоновых Артика, неоновую Кенгуру, неон Куалу и такие добавки. Это мало. Что? Почему в каждом трейде Фрост дают? Фрост, Ворон, Попугай и Артик Олень. Это, конечно же, мало, поэтому я на это соглашаться не хочу. Просто посмотрим, согласится он или нет. Где Бэт Дракон, ребята? Где они? Куда они подевались? Раньше я их видела абсолютно на каждом сервере таком хорошем, а сейчас их вообще почти нету. Куда вы поисчезали, алло? Не, ну мне кажется, то, что если бы она добавила еще какого-то ценного питомца сюда, то трейд был бы равноценным. Но сейчас это не то, что мы ищем. Ну, наконец-то нашелся вот и Бет, единственный на этом сервере. Так, ну мы, конечно же, сейчас будем просить добавки, потому что так меняться прям не, вообще невыгодно для меня. Так что просим и ждем, пока он добавит. Давай что-то хорошее, пожалуйста. Ну нет, ну не Далматинцы, давай что-то прям хорошее. Ну нет, ну это не то. Ну ребят, ну маловато было, поэтому идем дальше искать. Далее нам предлагают с вами Бета Флайрайт и какое-то зелье. Нет, я знаю, что это за зелье, оно очень давно хорошо так ценилось, и за него давали довольно-таки хорошие предложения, стоящие предложения. Но есть одно но. Я не знаю, как оно оценивается на данный момент. Поэтому, ребята, кто знает, может, есть такие люди, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я бы тоже хотела сейчас это узнать. Вот. А так, трейд, не знаю, ребят. Смотря, насколько оценивается данное зелье. Если хорошо, то, возможно, это был бы хороший трейд. А так, я не знаю, поэтому я отменила. Дальше, ребята, нам предлагают Neon Flareite Сову и такие добавки.
Могу сказать то, что неон-сову очень сильно любят, ее прям очень любят в неонке, и многие ее очень сильно хотят. Лично мне она не очень сильно нравится, лично как она выглядит, как на ней можно кататься и все остальное, но она хорошо ценится, и именно этим она мне нравится. Он убрал те добавки и ставит нам флайрайд ворона. Если посмотреть по ценам, то здесь он переплачивает в этом трейде, поэтому мы здесь в плюсе. К большому сожалению, я не смогла посмотреть, согласится ли этот человек во втором трейде, потому что у меня вылетел Роблокс именно на этом моменте. Поэтому я не знала, согласился бы он или нет. Вау, ребята, неоновый фрост, конечно же, я согласна, тут даже думать не надо, тут явная переплата. Так, он просит нас добавить одну любую машину. Ладно. Так, ну давайте тогда выберем машину. Так. Ах ты, мразь! Смотрите, он убрал неон фроста. Ага, ага, смотрите, смотрите, что пишет. Это что за новые виды скама, я не могу понять. Он реально думает, что я не замечу этот кружочек неоновый. Серьезно? Иди ты в жопу. Короче, какой-то он слишком хитрожопый, он уже меня уговаривает, чтобы я там побыстрее на галочку нажала, но нет, мы на такое не ведемся. А принимаем следующие трейды. Надеюсь, сейчас не будет такого скама тупого. Это, наверное, самое тупое, что может только быть. Но не знаю, возможно, кто-то и велся на такое когда-то. Но мне кажется, очень малое количество людей на такое могли повестись. Нам сейчас предлагают опять-таки фроста, попугая и мега питомцев. Но нам уже давали подобные предложения, поэтому давайте сразу отменим. Ура, следом трейд. Ура, неон попугай и добавки. Ну, слушайте, слушайте, неон попугай очень красивый, мне он нравится почему-то намного больше, чем сова. Хоть сова олд, она ценнее, чем попугай, вот. Но трейдик для меня невыгодный. Трейдик невыгодный, если бы была добавка ворон, то, возможно, был бы наравне, а так нет. Нет, ребята, поэтому мы отменяем это предложение. Кстати, она или он был согласен во втором трейде. Еще одна неоновая сова, только добавка здесь немного похуже ворона. Тут добавочка Мега Флайрайд Красный Дракон. Но я соглашаться даже в первом трейде не буду, потому что здесь явно не дотягивает до равноценного трейда. Да и вообще, я бы хотела уйти в плюс, а не в минус. Поэтому вот. Трейдик прилетел, и здесь нам предлагают с вами Райд Жирафа. Вместе с Флайрайд Попугаем и Мега этим драконом, который очень сильно понизился в цене. Раньше за него додавали там фростов, но сейчас нет. Да и вообще раньше можно было за 4 неоновых легендарки получить фроста, вы о чем? Ну нет, 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 нет. Ну не хочу, ребят, мне кажется, здесь мало, поэтому отменяю. Какая-то девочка кинула мне трейд, говорит, это для тебя. Нет, это для тебя, то есть нет, типа убрать. Ладно, я уберу. Что? Кстати, как-то недавно ко мне подходили люди, вот просто они даже меня не знали, они мне кидали трейд и давали подарки за то, что у меня питомец крутой. Тогда я шадалом бегала просто. Это было на самом деле очень мило, мне понравилось. Угадайте, что у меня случилось. В этом моменте у меня опять-таки вылетел Роблокс. Я его обожаю. Кстати, потом мне еще предлагали флайрайд жирафа, мега флайрайд Несси и неон флайрайд розового котика. Неплохо, но я отменила. Еще одна неон сова, только в добавке тут уже другая мега. Это мега королева пчел. И вот такие вот еще добавки, но она сама отменила. Ладно. Дальше нам дают просто кучу мега питомцев. Тут и мега легендарки, и просто неоновые леги. Ну нет, 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 нет. На такое мы не соглашаемся. И вам тоже не советую. Ребята, ну а на этом все. Такие трейдики у нас сами получились на нашего красавчика. Обязательно напишите в комментариях, какой трейд вам понравился больше всего. Всем пока. Люблю вас.